Их дождик полил. Вот этот вот почти умер. А так их дождик поливает, все хорошо. Сейчас дождик каждый день. Катю провожаем в школу. Нашего студента. Катя, 3 дня осталось. И каникулы. Угу, еле встали. 3 дня было выходных. У Кати сегодня клининг дэй. Сегодня будет начищать свой класс, намывать. Катя вчера была этому страшно рада. Веселилась и радовалась. Кричала: ура, мы будем намывать, начищать. Класс. Да? Ты рада, что будешь намывать и начищать свой класс? Порядок наводить? Вот дети, а. Всему радуются. Даже уборки. Да. Пока. Пока, иди. Уже все в очередь встали. Давай, бегом, бегом, бегом. Пока. Пока. Волосы так глаза лезут. Ну да, такие волосы. Можно лаком брызгать, можно, но ободок она не носит. Дождик каждый день, природа освежается. Смотри, сколько еще распустится, да, цветочков. Вот дети, да, всему радуются. Мойки радуются, чистки, уборки радуются. О, говорит, дом бы так радовался. А дома тоже, кстати, радуются, когда уборка, когда чистка, просит пылесос, тряпку. Катя просит игрушечную метлу, тряпку, пылесос, вообще все просит. Всему рады. Вчера с Лёвой играют такие, слышь, в его эти стрелялки, эти жужжалки, эти гонки. Радуются тоже всему. Лёва говорит: давайте его убьем. Они: да, да, давайте. Ой, за нами едет полиция. Ура! Слышь, просто вот все, что происходит, все классно, круто, здорово, весело. Ой, это хорошо. Да, такой возраст чудесный просто. Да. У нас опять дождь будет, значит, сейчас каждый день. В принципе, мы этому рады. Мне сегодня полегчало, прям не так же душно. Ну да, ну да, природа бедная, вся почти пожелтела. 76, смотри, какая прелесть. М? Что? 76 сейчас. А, 76? Шикарно, 24 где-то градуса. Угу, ну это утро сейчас, днем-то будет все 35. Ну, понятно. Ну, 35 не бывает, 32. 33, 32, да. Мои котики, мои котики встречают, встречают и провожают, и встречают. Мой маленький. В общем, что у нас сегодня? У нас рвоты больше нет. Ни диареи, ничего нет. Но у нас зато есть температура. Небольшая. Нету, да. Совсем там чуть-чуть. Ну, такая 37-37,5. Небольшая совсем, да. Но есть. Нет, сопли-то есть еще. Да, Лавруша? Ничего. Кушать он отказывается, в принципе, понимает, да. Видимо. Кушать, говорю, отказывается от всего абсолютно. Только воду. Воды очень много пил ночью. Бутылки 3, наверное, выпил. Я ему доливала. Бегал, писел и пил. Писел и пил. И очень плохо спал. Да ладно, не буду трогать твою челку. Ну ладно, может, сегодня полегче будет. Ну, по крайней мере, рвоты и диареи остановлены. Это самое важное. Так, друзья, такой вот у нас сегодня завтрак. У нас лепешки, у нас нет курицы. У нас есть помидорка, есть лук, есть обжаренные яйца просто. И все. Еще что еще? Сыр у нас еще есть. Сыр не моцарелла, сыр гауда. Поэтому, я думаю, будет даже еще вкуснее. Так, яйца, помидорки, сыр, зелень. А потом гриль отмывают, который не отмывается. Так, немножко зеленого лука, сыр. Все это заворачиваем и подпекаем. Без мяса не могу. Во, говорит, ему так даже больше нравится. Угу. Без курицы.
Ну, с курицей тоже вкусно. Курица гриль-то что, она только вкуса придает. В общем, вот такая вот у нас красота. Не, у да, меня томатный сок. Мне прям не хочется ни мяса, ничего. Ты бекон просил. Я отказалась жарить Вовику бекон. Ну, бекон, потому что он просто придает чисто аромат такой. Не выношу этот аромат вообще, говорю, жарь сам. Смотрите, что с нашим зеркалом, друзья. А, может быть, сегодня... Мой мальчик. Может быть, сегодня мы его поставим на место. Для тех, кто там кричал, купить или не зеркало, купить или не зеркало. Купили. Купили. Даже из упаковки еще не вытащили. Вытащили, вытащили. А вот это что такое? Ну, уголки, ладно. В общем, а дети как обезьяны. Еще одно грязное место в доме. С зеркалом, когда обезьянки показываешь впервые зеркало, вот дети были примерно в таком же состоянии. В общем, изляпали и испачкали. Я кричала, ругалась, чтобы они этого не делали. Папа кричал, защищал. Да это же дети, пусть трогают, ничего страшного. В общем, я сказала, идите к папе в машину и трогайте там, что хотите. Стекла, зеркала, там дышать нельзя в машине. В общем, скоро это зеркало переедет вот сюда. После того, как Вова снимет вот эту картинку и перевесит, я думаю, что вот а сюда. Еще полгода уйдет. Котиком моим. Ну, Вова, ну сегодня. Сейчас, кстати, Вовик идет к стоматологу. К стоматологу, как на работу. Ой, ты там был-то месяц назад, наверное, на работу. Вот сейчас сравнили с пирожком, с яйцом и луком. Да? Только лук свежий. Только помидорка. Намного вкуснее. Ну, в пирожках тоже свежий, он просто там как будто бы вареный получается. Ну, прям очень-очень вкусный, друзья. Так, друзья, у нас уже обед. А сейчас уже все придут из школы. Итак, вот такие вот купили, как они, пелемешки в нашем Seed to Table. Их делают, я так понимаю, прямо там, на их кухне, как они пишут. И сейчас я хочу наконец-то их приготовить. Сколько тут написано? Тут всего 4-5 минут варить. Ну, в общем, как обычные пельмени. И варим. Так, я тут начищаю картошку, потому что хочу сделать фарш с картошкой в духовке. Уже не раз показывала. В общем, Маша захотела... Ну, она вообще захотела сама это приготовить, но я ей хотя бы картошку почистила и разморозила ей фарш. За творогом, за твоим? Ну, мне только в Таргет. Ну, в Таргет, да? Мне просто молоко надо купить. За молоко, мне молоко все. Так, ребенок наш ничего не ест. Он ест у нас только попкорн. Отказывается от всего. Причем не ест абсолютно сладкий. Он уже стал есть и сладкий, и сырный, но перестал есть сладкий. Вот сегодня, я имею в виду, съел только сырный. И все. Отказывается от всего абсолютно. Ну, кстати, пару ложек. Нет, не пару ложек, 10, наверное, супа с утра съел. Попросил суп. Мила, ты чё, как при смерти? А, она Машку ждёт. Не, она Машку ждёт, я Машку ждёт. Угу. Мы наконец посрали, да? Жрём один раз. Ну нет, пришла, поела второй раз. Чё опять? Ну, в принципе, взрослая собака, она сама один раз питается. Иногда два, как она сама хочет. Вот она буквально утром положили, она вот буквально часа два назад, как уже обед, а только съела свою утреннюю чашку. Так, ну что, готова она? Готова? Ой, да, готова, наверное. Я не засекала, но я думаю, уже минут 10, наверное, варится. Она гуляная, Маш. Ее погуляли. Настоящая любовь. Любовь. Настоящая любовь. Все. Готов. Тише. Так, вот такие вот пельмешки получились. Смотрите, какие красивые. Пахнут бесподобно. Сейчас, не знаю, сейчас остынут, попробуем. Ты будешь со мной пробовать пельмешки? Я после зубного. А папа сходил уже к зубному, да, у него была чистка. В прошлый раз была половина чистки, сегодня вторая половина. Глубокая чистка, не та, которая входит по страховке. А сколько ты заплатил? $650. Это вторая часть, и первая была столько же, да? Ну, короче, глубокая чистка, она стоит больших денег. Я не знаю, зачем он на нее согласился. Но, видимо, сказали, надо, так надо. Так, все, сейчас будем пробовать. И Маша сейчас пришла, сейчас будет делать. Я уже положила сюда фарш на сковородку, начистила ей картошку, специи, ну, только чеснок достала, и все, остальное уже она сама... Ой, помидорку забыла, это у меня оставшиеся с утра. Сейчас достану еще пару помидорок сюда. И сыр. Так, сыр у меня, моцарелла закончилась. Вот такой сыр будем добавлять. Я даже, наверное, сейчас достану еще. Ну нет, достаточно. Сыр вот этот достаточно соленый, поэтому со специями сейчас главное не переборщить.
У меня в фарше уже вообще все есть, туда ничего не надо добавлять, там и соль, и чеснок, и лук, там все-все-все вообще есть. А вот в картошку не переборщить со специями, с солью, потому что сыр достаточно соленый. А картошка у меня будет... А, нет, у меня фарш будет сверху, фарш сверху. Ну, в принципе, неважно, можно и слоями положить. Итак, сыр, это гауда. И зачем я полезла? А, за помидоркой я полезла, за помидоркой. Помидорки вот эти отстойные из Walmart, поэтому их можно в такое блюдо прям в самый раз. Их все равно особо так не чувствуешь, помидор да помидор. Друзья, вкусно. Надо добавить чуть-чуть туда трюфельного масла. Нет, это сильно. Ради бога, себе в тарелочку в отдельную. Это горячая, и добавля... Ну, уже нормально. Нет, я уже ем, уже не сильно горячая. Нет, ты просто хотел... Вова ходит, ест сыр. Очень вкусный сыр. О, ну, я да. Не знаю, а ты его измельчил? Это гауда. Я его в блендере измельчаю и в морозилку. Шикарно. Надо еще один доставить. Весь сыр мы с такими огромными ложками. Надо тебе, значит, такой сыр. Я просто сразу его измельчаю в морозилку. Надо тебе нарезать кусочками такой. Слишком, мне кажется, такой, знаешь, как... Вот, ну, не то, что слишком, а такой прям по-домашнему. Папа страдает. Да? Чемпионы, вот, как мне кажется, вот такие вот грибные пельмешки, это из Trader Joe's. Помните, мы покупали пару раз. Они в таком бульончике грибном. Там он прям в упаковке есть. Мне вкусно. Вкусно, да. Ну, какое такое ощущение, что дома. А когда мы устрицы с твоими странными ракушками поедем? Не знаю. Может, сегодня? Сейчас Лиза Катю заберет, съездит. Ну, понравилось тебе? Там просто просекко идет в наборе, поэтому надо его пить. А, что-то я не помню, у нас просекко в наборе. Было-было. Было, да? Так, наконец-то. Маша со всеми животными тут. Фарш с картошкой. Потому что тебе все мешают, ты немного отвлекаешься, я бы уже все сделала. Так, Маша нарезает картошку. Пока нарезает. Так, я поставила, включила плиту. Пойди-ка. И просто обжариваем фарш. Слушай, ни фарш, масла, ничего сюда не надо. Фарш? Да. Окей. Может, ты просто видео знаешь, посмотришь? Фарш, нет. С фаршем... Я должна сама его сделать. А, окей, ладно, окей. Смазать. Давай. Значит, с фаршем все у нас. Паста, котлеты. Ну, это все удобно, все. Это вот вкусно. У нас с фаршем все, сама подумала, с фаршем все вообще. Блинчики тоже. Угу. Вообще все, поэтому мне нужно научиться фарш делать. Давай. Так, обжариваем. Сейчас мы его сразу раздербаним, а то он у нас так и обжарится, такой котлетой. Так, у меня свинина-говядина, кто не помнит. Или кто новенький на канале. Я новенькая. Ты новенькая, например. Маша уже сколько раз видела, как я это делаю. Да я только один раз. Память, как у рыбки. Только один раз. Мам, у тебя самая рецептная книга была. Ты там не сильно толстая? Ну-ка, Мила, уйди. Маш, ну не надо такими брусками толстыми, потоньше. Ладно, нормально, сойдет. Окей. Вернется. Катю заберет и вернется. Кто жалуется? Мама жалуется. Мама, как у меня дома. Нет, мама не жалуется, что у тебя дома нет. Мама проверяет, где ты есть всегда. И во сколько придешь. Где, говорю, мам, на работе? Где я еще буду? Я в парке выезжаю. Мама выясняет, во сколько вышла, во сколько пришла. Да. Я ж мать. Так, все, теперь добавляй сюда любимые. А, ну чеснок сразу добавляй. Сколько? Чеснок. Лавр, осторожно. Сколько? Его надо туда вниз весь и выдавить хорошенько. Чеснок? Да. Отличный запах. Да ты все равно будет мешать сейчас все руками. Хаотично добавлять. Все, хватит. Так, как угодно. Так, соль. Что нам? Вообще любые, какие тебе нравятся. Да можно не добавить знаю, мам, немножко. Но то, что ты готовишь, мне нравится. Блин, как бы так вас подвинуть, а, Лаврик? Так, я соль. Вот тебе нравится именно вот так, да? Ну, вот как я готовишь. Делаю. Окей. Так, что нам нужно с тобой еще? Здесь любую какую-нибудь специю. Вот это нам очень понравилась специя. Она для мяса вообще, но отлично, кстати, идет. И вот это тоже классная специя. Сюда я добавляю? Ну, туда можно любую. Можно хоть вот эту добавить. Ну, хоть какую. Нет, можно просто мяса. Перец и соль. Чуть-чуть паприки. Как ты в прошлый раз делала? Я какую-то вот какую-то такую мясную добавляла, любую. Так, давай вот эту вот насыпай, только не я вот так. Сейчас как сыпанешь опять. Она тут недавно в кашу сыпанула соли из большого отверстия. Еще сомневалась, съесть, не съесть ее. Сколько? Не вижу. Да
достаточно. Так, в основном больше, знаешь, так. Все, все, сейчас сыпанешь опять. Так, там давай, соль. Так, соль, вот здесь можно открыть большое отверстие. Отверстие, но дай-ка я сама. Не, давай я, да я потом картошку смывать. Не-не-не, смотри, смотри, из уголка, вот так вот. Уголок, вот так держишь уголок. И смотри, получается, только, Маш, не как обычно у тебя, да, вот как сейчас у меня, чтобы получилось. Так, не переборщить солью, потому что у нас будет сыр соленый. Все, хватит. Так, картошки довольно много. Так, ну и подожди. Так, давай, не вот эту добавим с тобой, а вот эту. Вот это. Вот это тоже универсальная приправа, но не для мяса, но она для всего на свете. Но в ней, по крайней мере, нет соли, потому что приправа такая. Нет, что это? Это органик, но соль. Тьфу, но сол. Добавляй. Спрашиваешь, делай, как я тебе говорю. А куда ты еще ее добавляешь? Все, достаточно. Картошка куда сама по себе будет вкусная. А, да куда угодно, в любой суп, в любой какой-то вот то, что я делаю, жаркое это? Какое-нибудь. А, с мясом вот это? С мясом можно добавлять, в плов, да куда угодно. Она такая, знаешь, она универсальная. И в плов ее можно добавлять. Лара, хватит целоваться. Вкусно пахнет? Угу. Все, ручки чистые? Чистые. Все, размешивай. Все, просто размешивай. А, я перчатки. Нету перчаток, обломить. Ты поэтому меня взяла? Нет, ты сама напросилась. Давай. Все, решиться не может. Давай, это не жирное мясо, давай. Нужно промазывать прям... А, подожди, стой, кое-что забыли. Немножко взбрызнем его маслом. Ты уже заморала руки? Не надо мне бутылку марать. Подожди. Дай сюда. Немного. Все-таки сейчас обжаривать, блин. Все, теперь жирно. Так, теперь это все размазывай и хорошенько прям промазывай каждую картошечку, чтобы... Давай, напросилась, готовь. Я сейчас пойду уже, мне сейчас Катя приедет. Я сейчас пойду детей купать, кормить, поэтому все будешь делать сама. Давай, быстрее, я сейчас уйду, будешь сама уже додумывать, что дальше делать. Размешивай. Маш! Давай, каждую картошечку берем вот так, промазываем хорошенечко. Там, где много, переваливай на остальные. Давай. Давай. Промазывай, прям каждую отделяй. Хоть у меня развеселился немножко, Лавруша. Зайчик мой. Да, Маша помыла. А, Лавр, да, помоет, конечно. Он просто с собакой не расстается у нас. Давай. Маша радовалась, что она не играет на гитаре. Закончилась гитара. Просто закончилась конец года. Кто? А, Масенька там. Маша на меня как это напрыгнула просто. Ну, он играть. Страшно, любитель поиграть. Так, ну вот, уже почти готово. А, все уже готово. О, здорово. Так, все, давай теперь вот сюда все это выкладываем. Это что у нас? Это не нужно? Двигай сюда, да, выкладывай. Будем делать на противне, потому что довольно... Ну, чтобы быстрее, в общем. Потоньше, чтобы был слой. И чтобы быстрее. И не капай мне нигде. Так, фарш тоже я уже выключила, он уже готов. То есть не нужно ни жарить ничего, он будет уже жариться в духовке. Я включила уже на среднее между бейк и броль. То есть между выпечкой и жаркой. Вот такой, вот такая температура, сейчас она нагреется. Есть вот либо... Нет, обычно что ты на жарку ставишь? На жарку, если, например, ножки куриные. Вот это бейк, это когда выпечка. Но я поставила так между, я сейчас даже... Ну, примерно вот 425 по Фаренгейту. Просто чистую броль, мне кажется, она не пропечется тогда вся. Сверху зажарится, а внутри будет сырая. Когда вот, например... А, сейчас, Вов, секунду. Я не поверю точно. Так, все, вот сюда, вот здесь вот тоже, видишь, как... Вкусно пахнет, да. Скоро будет еще вкусно и кушать. Маша, в говне рукой наложить. Вот сюда до конца тоже, до этого, чтобы быстрее. Так, все, нормально, все, отлично. Все, давай, ставим. Ладно, я уже сама поставлю, ты иди руки уже отмывай. В духовочку. Где-то сейчас мы все отмоем. А, чесноком будет. Так, все, жарим картошечку. И у нас готов фарш. И сейчас доведем до готовности картошку. И потом уже положим сверху фарш. В общем, потом все покажем. Сейчас все отмоем. Так, у меня уже приближается Катя.